В Тверской области продолжается масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. В середине декабря в регион поступила партия препарата «Спутник Ви», состоящая из 700 доз. Вакцина была распределена по прививочным пунктам, которые начали свою работу при городских поликлиниках. Привились уже порядка 600 человек. Среди них и корреспондент нашего телеканала Валерия Королева. Почему наша коллега, одной из первых среди тверских журналистов, решила привиться, она сама расскажет в следующем сюжете. Как привиться? Инструкция проста. Вначале нужно записаться. Позвонить с 9 до 12 утра по телефону регистратуры в поликлинику. В Твери вакцинируют от COVID-19 в поликлиниках больниц 1, 7 в больнице скорой медицинской помощи. Информация есть на сайте регионального Минздрава. В назначенный день нужно прийти с паспортом, полисом и СНИЛСом. Заполнить анкету и лист информирования. Затем осмотр врача, измерение температуры, сатурации и давления. Если все в порядке, то доктор дает направление и наставление. В течение 3 дней вы за собой должны наблюдать. У некоторых пациентов, у 15%, может подняться температура, может поболеть плечо. Это нормальная реакция на формирование иммунитета. Поэтому мы рекомендуем в течение 3 дней пить противоаллергические препараты. Если температура повышается больше 38, вы пьете жаропонижающий. Следующая инстанция – прививочный кабинет. Там уже ждет вакцина «Спутник Ви». Одна ампула рассчитана на 5 доз. Хранится препарат в особых условиях при температуре не выше минус 17 градусов в замороженном состоянии. Потом мы из морозильной камеры достаем, размораживаем ее до полного размораживания, чтобы она была полностью прозрачной. Процедура занимает всего несколько минут, а вот эффект ожидается, что продержится больше года. Это поможет сформировать массовый иммунитет к опасной инфекции. Первыми получили вакцину врачи, учителя, соцработники. Сейчас может записаться любой желающий. Сотрудники СМИ тоже в своем роде в группе риска. Мы, как сотрудники СМИ, общаемся с разным населением, и я думаю, что нам нужно прививаться обязательно, чтобы снизить риски и заражения себя, и заражения своих близких, и вообще окружающих. Вакцинация показана людям с рядом хронических заболеваний. Нельзя вакцинироваться людям старше 60, беременным женщинам, тем, кто перенес ковид менее полугода назад. А желающих привиться, рассказывают врачи, достаточно. Желающих 20-30 человек в день. Вот. Ну, иногда, если мы снимаем прием, потому что приходится одновременно вести прием, вот тогда до 50 человек. Ждем вторую тоже вакцину, которая будет рекомендована для пожилых. Вакцина вводится дважды. Между первой и второй инъекцией 21 день. Иммунитет начинает работать через 42 дня. Первыми в начале октября в Тверской области появились врачи, которые работают в красной зоне. Они частые гости программ нашего телеканала и герои сюжетов. Нам медики рассказали, что тест после вакцинации показал наличие антител. Массовая вакцинация населения началась с середины декабря. В приоритете в списках медики, врачи, педагоги, работники МФЦ и других организаций. На сегодняшний день привито уже более 600 человек. Объем поставки будут увеличены к концу года и к началу 2021 года. Тверская область готова к проведению массовой вакцинации. Будут открываться новые прививочные кабинеты. Прививка бесплатная. Сейчас прививают препаратом «Спутник Ви». Всего с начала октября Тверская область получила 1142 дозы вакцины «Спутник Ви». В начале года ожидается поставка нового препарата «Эпивак Корона». Интервью о самочувствии после вакцинации читайте на портале «Панорама.Про». А мы будем постоянно возвращаться к теме вакцинации в Тверской области. Следите за анонсами.